Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Часто в квартирах или домах можно увидеть растение, которое зовется денежным деревом. Но мало кто озадачивается вопросом, как и чем его правильно подкармливать, для того, чтобы растение выглядело более ярко, насыщенно, не болело и у него были силы цвести. Конечно, всегда можно пойти и купить готовое комплексное удобрение, но зачем тратить деньги, когда все необходимое для растения лежит прямо у нас под носом? Отлично подходит денежному дереву костная и рыбная мука, причем во втором варианте даже побольше фосфора. Ее можно купить, а можно сделать самому. Достаточно просто измельчить предварительно высушенные на батарее кости рыб. Измельчить нужно по максимуму в кофемолке. И уже в готовом виде они вносятся в почву под растение. Что интересно, проводят эту процедуру не больше 3 раз в год. Кости будут разлагаться постепенно, подпитывая денежное дерево фосфором и другими важными элементами. Одно из лучших удобрений для денежного дерева – это зола. Можно приготовить раствор – 1 столовую ложку золы на 1 стакан воды. Эта смесь настаивается в течение 5 дней, после чего готовым удобрением можно поливать деревце. Можно также золу просто рассыпать на землю у корней растения, после чего ее перекапывают на 5 сантиметров вглубь. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!